Энергичные танцы и зажигательные конкурсы. Настоящий марафон проводов зимы. У каждого праздничного дня своя символика и традиции. Масленица на мельнице началась с разгуляя. Гуляли как могли. Хорошая погода и молодецкие забавы в помощь. Раз, два, три. В день тещиных вечерок в парке мельниц гостеприимно угощали блинами. И это не просто вкусный обед, а настоящее гастрономическое путешествие в мир традиций русского чаепития. Всеми любимый горячий напиток подавали из самовара на дровах. В этом 200-литровом красавце 1000 чашек. А какой вкус! Продолжали согреваться гости праздника на танцполе. Плясали, конечно, Тимоню. Масленичная неделя – особое сакральное время. Говорят, искренне загаданное желание обязательно исполнится. Ах, Полинка! Красная девчинка, твои желания? Поступить в институт. Как вы думаете, поведение Петюха? Дальше по народному календарю заловкины посиделки. И вновь русские забавы, молодецкие игры, мастер-классы, знакомство с традиционными ремеслами и промыслами Курского края. Праздник посетил и глава региона, проверил, как зимует водяная мельница, и поздравил гостей с масленицей. Поздравляю всех с масленицей! Я желаю, чтобы побыстрее зима уже отступила, побыстрее наступила весна. Поэтому сегодня хочу пожелать всем крепкого здоровья, отличного настроения, особенно нашим ребятишкам, нашим юным гостям. Друзья, радуйтесь, улыбайтесь, пробуйте блины, пейте чай. С праздником! Чтобы накормить всех, в Красниково привезли специальную сковороду диаметром 1,5 метра. Топ начинок – мед, клубника, творог и сметана, мясо. Организацию праздника оценили не только куряне, но и гости из Москвы. Как говорится, народ, который живет в Курской области, один из самых гостеприимных, а мы поездили по России, мы можем сравнить. И, конечно же, это наш дом, нам очень нравится здесь, мы всегда рады выступать для нашей родной публики. Заключительный день, прощенное воскресенье, прошел особенно шумно. В Красниково опять ели, катались на санях и, конечно, сожгли чучело масленицы, зазывая весну. Новый сезон в парке мельниц стартует 1 мая. Уже в марте здесь пройдет еще один детский праздник – День сказок. Юлия Матвеева, Антон Латышев, Владислав Соболев. События дня.